Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. И я продолжаю проходить GTA San Andreas. Погнали. Так, тут уже почти все миссии в этом городе выполнены. Остался вроде как только свит и все. Зеленый сайбер. Значит так, на этот раз мы покажем боссам, что такое настоящая банда. Групп Стрит рулит, давайте вместе, нигер. Групп Стрит рулит, да. Групп Стрит рулит. Здорово, Сиджи, ты где был? Эй, прости, брат, я закрутился немного. Точняк, ты мочал одну из этих крыс боссу. Да, я знаю, кто такой нигер. Слушайте, вы все с Диджеем, так? Он через много прошел, хочу сказать, мы все тут. Но Сиджи помогает нам очистить тран, он перенес бой на территорию врага. Да, показывает нам, что значит быть бандой. Когда начал быть семьей групп 3. Сиджи, ты мой брат, пес из моей стаи. Я не должен был сомневаться в тебе, ничего. Но теперь ты дома, партнер, дома. По-любому. Слушай, я хочу, чтобы вы все подготовились к этому. По районе под прекрасным Малхолланд. Лидером задницу козлам из Балсла, ладно, тут все. Да, понеслась. С нами? Да, черт возьми, я с тобой. Я пес из своей стаи красоты. Да, мой нигер. А ты не давай, готовься, встретимся на перекрестке. Так, сейчас Цезарь вроде должен звонить нам. Да, эй, Сиджи, чувак, это Цезарь. Я типа знаю, тут такие дела творятся. Там, брат, мне надо видеться с тобой, братишка, рассказай кое-что. Слушай, если это насчет Кендалла, то не парься, хорошо, ладно? Нет, Сиджи, ты должен кое-что важное. С этим придется подождать. Это не можешь ждать, братишка, если я расскажу тебе, ты не поверишь. Ну ладно, у меня совсем туго со временем, так что надеюсь, это что-то важное. Я подраю заска на северной стороне Верден. Так, ребят, подождите. Сейчас мы... чуть-чуть звук поменьше сделаем, чтобы меня хорошо было слышно. Встретиться с Цезарем под дорожной развязкой. Окей. Надеюсь, вам слышно хорошо игру и меня. Потому что, когда я включал звук на полную, меня, ну так себе, тихо почти было слышно. Вся игра арабства. А меня слышно не было. Так. Сейчас это где-то тут недалеко. Сейчас мы завернем вот сюда, и мы уже, считай, почти приехали. Да, это вот здесь. Сядь в машину, переулок. Окей. Так, вот она. Ты протащил меня через весь город, чтобы посмотреть на что? Ты как раз вовремя, камера. Посмотри-ка повнимательнее туда. Пара баллов швается на точке, ну и что? Просто смотри, братишка. Чё за хрень? Нет, черт, паровоз, что ты задумал? Камрад, взгляни на тачку. Это гребаный зеленый сайбер. Все, пора вас, труп застал тебя продать нас. Мамочки. Извини, камрад, услышал слухи, решил проверить. Я сам в это не верил, но... Нет, ты правильно сделал. Я у тебя в долгу. Рассказать об этом красавчику. Черт, красавчик. Слушай, забери Кендалла и отвези ее в безопасное место. Что ты думаешь? Я про красавчика. Походу, он и братишки идут прямиком в ловушку. Просто беги, беги! Ран. Так, а можно же, по идее, на этой машине ехать, да? Я должен позвонить Свиту. Давай, камрад, звони. Проклятие, красавчик, возьми трубку, возьми. Черт. Что-то он там не смог дозвониться, автоответчик взял трубку. Ладно, мы же почти приехали. Вон.
все полосы. Так. Вот этих валим. Вон красавчик. Эй, красавчик, чё, ты в порядке? Тебя подстрелили? Сизи, где ты был? Звонил Цезарь, показал мне эту хрень. Это паровоз, и он лежит за Цезарь, никому-то из баллоса. Он нас продал. Не важно, чувак, ты должен валить отсюда, коп приедут с минуты на минуту. Не, чувак, я не брошу своего брата. Эй, баллосы, я надеру вашу задницу, козы гребаные, слышите меня? Я вас всех урою. Так, а где мое оружие? А, вот, ё-моё. Ну, хоть напоследок из оружия постреляет в СМГшке. А где там? Где последний? А, вот они. Бежим. Одного убил. Красавчик, он до сих пор живет. Ну то он и красавчик. Так, вот копы. Копов почему-то мы размочить не можем. Хотя я бы их соло тут развалил. Это бомжи. И нас арестовывают. Тебе на голову надет пакет, ну и как ты себя чувствуешь? Слушай, сними это, пожалуйста, мне нечем дышать, ну пожалуйста, ну ладно, только, но только потому, что ты сказал пожалуйста. Ты гребаная скотина. Наводить страх на тех, кто устрашает остальных, Карл, вот моя работа. Правда, Эд? Эй, чувак, где мы? Хрен знает где, зато тут чистый свежий воздух. Гребаный паровоз. Блин, красавчик. Красавчик жив. А, жив, он в тюремной больнице, ему что будет пулевые ранения, пока он идет сюда. Да, каким-то чудом ты еще ни разу не попался. Радуйся, Карл, только поговорил, брат жив. Ты кусок уличного дерьма, скоро выяснится, что сестра жива. А она просто сюда одного лотиноса. Для тебя все складывается удачно, Карл. Вот так-то, нигер. Мы хотим, чтобы ты оказал нам одну услугу, Карл. Поверить не могу, что этот долбанный нигер паровоз попер против меня. Паровоз, паровоз, послушай, мальчик, делает точно, что ему дают. Он давно усвоил это просто. Братья навеки, уличное братство. Дерьмо это собачье, Карл. Разве ты этого не понял, когда они выперли тебя из города только потому, что ты позвонил... Позволил Брайану умереть. Эдди, меня бесит этот парень, он идиот. Дай мне избавиться от этого козла. Не-не-не, офицер. Пусть чувак наконец сделает хоть что-то хорошее в своей никчемной жизни. Он поможет нам бороться с преступностью, правда, Карл? Ага, любым способом. Тебе надо держаться от провода подальше и не вздумай светить нас. Иначе что, брат, пацанчик попадет в камеру с Баллосом, который захотят познакомиться с его женской стороной. Эрнандес, ты чё там? Чувак, руки убери. У нас возникли определенные проблемы с нашим бывшим товарищем. Я прям не нравятся некоторые наши методы. Кто же это такой? Да ни у кого нет языка с речем этого засранца. У нас есть абсолютно верные сведения. Он пляж под дудку федералов. Шли, они спрятали его на горе титуляр, чтобы подтасовывать показания как выгодно им. Я хочу, чтобы ты носил его, Карл, уничтожил все улики, которые есть, пока он не дал показания в суде. Разберись с этим, Карл. Бакстер Сен-Сен спал ночью спокойно.
Нам нужно доказательство, что он не заговорит. Все, мы перешли. Ну как сказать, в деревушку, но все-таки можно считать, что следующий город. Так, сохранимся и поехали. Оружие у нас отобрали. Бесплотные земли. Убей свидетеля, возьми доказательства. Короче говоря, у нас все отобрали. Так, вижу мотоцикл. Придется закупаться идти в оружейный магазин. Так, он вот здесь. Амуниция. Амунация. Ладно. Возьмем тег, я думаю. Да, они вот тег 9. На всякий случай. Все отлично. Выходим. Спасибо. Все, поехали. Так, фотоаппарат я помню, как пользуется. Приближать также, да. Не изменилось. Вон. Так, гора Чилиат, это вон нам туда, наверх. Вот нам сюда, наверх. Так, стопы. Беремся здесь. Хитрым способом. С другой стороны объедем, так сказать. Нет, не падай. Хорошо. Он внутри, выкури его. Окей. Так, фотка нужна, товарищ. Принеси фотоаппарат на место убийства. Так, давай мы тебя тоже завалим, я думаю. И соберем патроны. Я сейчас забыл, хотел сказать дроп. Ну, в принципе, можно и так сказать. Дроп. Погнали прямо отсюда. Вот это жестко и опасно в то же время. В этом городе меня будет бесить только то, что надо будет очень далеко кататься куда-то. Миссии не такие прикольные. Ну, что ж поделать, придется выполнять. Пройдено, сохранимся, все равно недалеко. Так, сейчас должен позвонить Цезарь, или я ему должен позвонить. Сейчас мы это выясним. Пока будем ошиваться в округе. Да, вот, я же говорил. Цезарь, это я. Карл, ты в порядке, братан? Твоя сестренка сама не своя, говорят, случилось какая-то херня. Да, в Лос-Антосе сейчас опасно. Я тут посреди какой-то хрени, не знаю какой. Какой-то Уэдстоун, где бы это хрен место не ходил. Я не очень хорошо знаю Уэдстоун. По-моему, у меня там есть родственники, но во всяком случае ты не в кутузке, чувак. Будь осторожен и приглядывай за Кендалл. За меня не волнуйся, чувак. Не стоит переживать за чувака, который хочет. Я тут вижу для тебя подмогу. Мой родственник, ну вообще нереальный персонаж, поверни, братишка. Встречу назначил закусочную Делиморе, ты их не пропустишь. Окей. Так, ну, заранее сохранимся, чтобы потом, так скажем, еще раз, чтобы он не звонил в Цезарь, на всякий случай. Мало ли чё. Все равно сохранение-то рядом, здесь прям, с домом, так скажем. Так, я помню, здесь можно поехать.
переехать эту реку. Так, вам сейчас не масса вода здесь. Также здесь есть где-то мелкотня, вот там была. Там тоже можно было проехать. Блин, там вот эти вот мосты всякие, вот меня вот это бесить и будет. То что надо эти реки объезжать все. Не бать. Квадроцикл, вроде. Если кто видел. Еще одна. Еще один квадроцикл. Блин. Навык. Ну хоть навык прокачали. Хоть что-то полезное сделали. Что это такое? Боже. Опять кто нам звонит? Карл, это я. Блин, что происходит, чувак? Да блин, что это за хрень тут происходит? А, я в тюремной больнице, офигеть. Я знаю, ты в порядке, да хрен на два. С этим надо что-то делать. Я делал, что могу, парень, но с этим мне нужно убедиться, что Кендалл безопасен. Лайнгом. Не переживай, брател, я тебя не оставлю. Просто смотрите, как бешеные летят. Падлы. Давай, задавите меня. Сбейте. Мразь. Да, конечно, я знал, я ожидал, что ты это сделаешь. Блять, ну реально, ну дебилища какие-то тупые, дауны. А вот как Карл сейчас такой же тупые, такие же тупые. Ой, да это и, блин, родственника этого, так далеко ехать. Я надеюсь, я правильно еду. Потому что этих переездов будет сотни в сериях. Хотя я считаю, что я буду их вырезать, дабы вам не портить, так сказать, картину. Чтобы вы не смотрели это по часу, как я езжу. Как дурачило какое-то. Забагалась текстурка. Что это за брехня, боже. Так не весело. Вот, наконец-то мы подъезжаем уже, ура. Так, это уже вот тут. Там прямо. Все, наконец-то мы доехали, ура. Слезаем. Первое свидание. Ты тоже хочешь похлопотать, а стоит ты дерьмо. Да я видал, даже баб похрабрее тебя. Что, мать твоя, тебе нужно? Че, я еще родственника своего друга. Мексиканца, что его здесь нет. Ты сказал, что это будет настоящий мужик. Леди, я человек богобоязненный и мирный. Как угодно, придурок, двигаем. Черт возьми, да расслабься ты, милая. Поехали. Твоя машина. А твоя где? Леди не водят машины, это есть мужчина. О, Господи, спасибо, Цезарь. Я у тебя в долгу, кореш. Как тебя зовут? Куда направляемся? Меня зовут Каталина, мы, черт возьми, выжмем из этих мест до последнего. Окей, план хорош, насколько я могу. Точно как вот. Так как. Как же это сложно. Автозаправка Делиморе и тотализатор Монгомери. Так, ну на чем? Да суки, вы заебали, блять, я вас сейчас расстреляю просто. Еще это на мозги капать будет, животное это тупое. Так, давайте грабанем вот это. Водила бензовоза. А ну давай сюда денежки, или мать твою, я тебе яйца отстрелю. Это же не пуленепробиваемое стекло. Так что можешь валить отсюда, сука, пока я тебя не вызвал шерифа. Что делаешь, сынок, дай деньги. Какой же гребаный педик. Он меняет, сказал, мы захватим автоцистерну. Эй, что ты делаешь?
Так, поехали. Забирайся в тягач. Так. Главное сейчас не промахнуться. И подцепить. Подцепил? Сука, нет. Подцепил. Блять, вот тупая. Сука, это. Так. Все. Я не собираюсь потерять еще одну дерьмовую работу из какой-то психонной суки. Поехали. Нет, тут, ребята, я вам лайфхак такой дам. Просто убейте их, и все. Вот этого только не надо было делать. Все? Да. Все, забирайся обратно в тягач. Правда, у меня хп вообще на нуле просто. Как я вижу, у тягача тоже. Вот проблема, сама проблема будет в том, то, что его, этот тягач, вести капец как проблемно. Я думаю, сейчас мы через Лос-Сантос поедем, ну да. Мы уже, в принципе, в Лос-Сантос въезжаем, уже въехали даже. Так, тихо, главное хорошо завернуть, отлично. В принципе, там недалеко. Летим на всех парах. Так, вот здесь сейчас поворачиваем. И, в принципе, мы почти что доехали. Здесь уже, как видите, открыта местность. Так как если вы в этот город не переезжаете, ну как сельская местность, что ли, будем так называть. Если вы не открываете эту сельскую местность, то у вас это все будет закрыто. Так, сейчас бы заехать нормально. Не покоцать, все, хорошо. Здравствуйте, мистер Уитакер. Каталина, что у тебя сегодня для меня? Тягач автоцистерн до края заполнен самым лучшим бензином. Не видел этого, не видел тебя, не давал я тебе эти деньги. Приятно было не иметь с тобой дела. То же самое, а теперь свали отсюда, пока копы не нагрянули. А ты заходи, если решил достать для меня какой-нибудь груз. У меня всегда найдется что-то. Увидимся. Goodbye. Акцент. Ну, 5000 баксов. Тут также теперь появились задания, ну, миссии. О, как видите, вон, по тягачу. Ну, доставлять грузы сможете. На этом бабки будете зарабатывать. Но я не буду эти задания выполнять. Yeah. Да, Карл, кто это? Ты меня знаешь, я мистер Правда. Нет. Превосходно, они говорили, что ты кретин. Кто? Ладно, парень, можешь не притворяться. Ты коп? Нет, у нас есть общий друг и партнер по бизнесу. Да, и кто? Да, ты недавно случайно не мочил копов. Вот, блин, Темпин, я должен был догадаться насчет этого ублюдка. У меня есть супермотель Angel Pain. Пайн, постарайся не привести никого. Окей. Это еще один персонаж из этой игры. Так, если увидим мотоцикл, сразу без всяких слов садимся за него и едем в Angel Pine. Правда, из-за этого тумана вам и мне не видно. Но я думаю, это обрежу или не знаю, посмотрим, короче говоря. Ехать, опять же, если мне память не изменяет, очень далеко. Ну, как Angel Pine, где мы начинали. Туда нам и нужно. Ну, как сказать, для меня уже очень далеко вот такое расстояние ехать. В такой дерьмовой машине. Мне бы мотик. На мотике мы быстро доехали бы. Это, блин, я не понимаю, почему люди катаются на... Вот. На велосипеде. А нормально, да? Так, берем моцик и поехали. Погнали, погнали, поехали. А, я думал, чел стал каким-то образом
и идет за мотоциклом своим. Также вот тут есть такая проблемная гора, на которую можно заехать и проехать все, срезать весь путь. Только проблема взять разгон в эту гору. И все, в принципе. Также тут будет задание у нас. Надеюсь, увидим это задание через несколько серий, а возможно через свой, не через, а следующую. Я надеюсь на это. Так, ну, опять я говорил, проблемная река это. Да, слишком далеко ехать. Правда это. Ну, в принципе, с одной стороны, я так понимаю, разработчики рассчитали то, что ты прокачиваешься, пока доезжаешь до назначенного места. Неплохая прокачка, в принципе. Ну все, вот мы и приехали. Вот здесь наш мистер Правда живет, поселился. Сбор трупов. Тенпани. Привет, привет. Hello, есть тут кто-нибудь? Сюда. Ты только посмотри, что это тут у нас? Эй, Карл, как ты, мальчик? Эй, что тут происходит вообще? Грэн тренировка? Нет, ты должна быть не на службе. Да, да, только замолкни, придурок. Мистер Труд Хед is going to be supplying you with some of the finest. We and you are going to deliver for us. Hey man, эй, чувак, ты сознание теряешь, у тебя галлюцинации и всякая хрень. What? Ей. Эм. Оу. Йоу, Правда, попай-ка сюда, чувак. Welcome, friend. Приветствую, друг. Sir. Чего надо? Карл расплатится с тобой. What you talking about? Да это о чем? Now, Carl, I got a real Карл, мне тут просто охранник как достал один святоша. Я хочу, чтобы ты взял эту долбан зеленый яд и притащил ему. Это разрушит карьеру этого козла. Oh, вот дерьмо. Чуваки, хотите грибов, таблет? Как насчет ДМТ? ДМТ? No, me, нет, man. Не для меня, чувак, мне пора сваливать. ДМТ. Во, блин, круто я думал. Йо, Карл, заплати ему. Well, man. Оу, вот, чувак, никогда не думал, что такого увижу. Федерал смог выкурить больше меня. На кого ты работаешь, парень? ФБР, агентство на борьбе с наркотиками? ФБР? Нет, я скорее частный детектив. Друг, ты излучаешь недостаточно позитивную энергию, как насчет вьетнамского опиума. Не, я эту хрень не употребляю. Но могу ли я тебе доверять после этого? Что, я теперь на тебя работаю? Я человек мира. Но кое-кто по ту сторону хребта доставляет мне беспокойство. Я имею в виду двинутых сторонников движения за выживание, ультраправых фашистов. У них есть комбайн, а мне как раз он нужен. Достань его и расплатишься. Намасте, Карл. Намасте, давай, Карл. Что за нахрен? До скорого, обдолбанный. Да, блин, что-то я вообще забылся. Этот комбайн, оказывается, мы в этой серии, надеюсь, достанем. Также я вам сейчас покажу один лайфхак. Ну как лайфхак, там 50 на 50, как вам повезет. Как можно быстро доехать на ферму мистера Правды с этим комбайном. Просто спрыгнуть там в один в обрыв, и если вам повезет, комбайн останется на месте. О, она как раз эта ферма. Воу-воу-воу-воу. Такой крутой обрыв. Блин, совсем причем. Хотя нормально все. Все хорошо. Я так объеду сейчас. Блин, а хотя. Вот она сверху как раз эта ферма.
Вот оттуда мы должны будем вот спрыгнуть вот сюда, и ферма, вот ферма этого мистера правды будет здесь. Ты почему так медленно поднимаешься? Блин, мотоцикл, ребят, если будет выбор какой-то мотоцикл брать, допустим, Санчес, берите Санчес, потому что этот мотоцикл, он помойный. Не, я не буду. Карл, слезай, алё. Ладно, дурачило. Давай попробуем залезть. Так, вот эта ферма. Уборочный комбайн находится на поле позади фермы. Позади фермы. Здесь работают несколько групп из коммуны движения за выживание. Они не любят посторонних. Проникни на ферму и укради уборочный комбайн. Ты попал не на ту ферму, сынок. Замочите его. Они со снайперс... Ну как, с этими. Так называется это. Хрен найти. Ох, сейчас будет мясо, смотрите. Оп, мяско. А, N10 дебилы меня не запалят, и просто я спокойно уеду. Да-да-да, там, врежьтесь друг друга. Stop that dang vermin! Мясо бежит, само бежит ко мне. Хорошо. Мяско нормальное такое, вкусно. Вкусно кормите. Мне сейчас показалось, или... Так, вот этого чела мы просто задавим, чтобы он на машине сейчас за нами не гнался. Хотя за нами будет сейчас трактор. А, вот как раз этот чел. Так, вот, здесь, короче говоря, мы сейчас попробуем выехать. Я вам говорил, он туда прямо просто спуститься. И все. Можно рискнуть, в принципе. Была не была, пацаны. Поехали. Все нормально. Мы доехали. Брат, ты принес мир, мой дом. Спасибо тебе, мой дорогой. Я позвоню, когда все будет в порядке. Только бабки не забудь. Кэш. Так, это Каталина. Карл, это Цезарь. Как дела? Как дела? Полное дерьмо, брат. Что с чувств? Где Кендл? С ней все в порядке? Она со мной, с ней все пока в порядке. Варис лосо цепь, все кончено. За мою голову назначена цена, может быть, за голову Кендл тоже. Что с чувств? Доверие, уважение, честь. Ни хрен теперь не значит Лос-Антос. Мои дружки и приятели все либо мертвы, либо в бегах. Проваливай из города. Отправляйся в Angel Pine, и я арендую трейлер для себя и Кендл. Я вас там встречу. Ладно, я только разгребу кое-как хрени тогда. Нет. Просто возьми мою сестру из города. Не подосри мне здесь малин, чувак, я не могу ее потерять. Разумеется, братишка, увидимся в Angel Pine. Так, все. Хватит. Это была последняя миссия. Сейчас мы доедем, сохранимся и все, на этом закончим серию. В следующей серии мы уже... Начнем миссию у Цезаря Ял Пандо. Ох, это баги. Баги, блин. Так, нам надо съезжать. Блин, это долгий процесс, конечно. И нам желательно мотоцикл. Блин, вот этот байк тоже не надо брать, ребят. Да, байки не берем. Помойные эти байки, байки. Чуваки в некоторые вообще на великах ездят. Баги, да, разгоняется, конечно, быстро, но заносит. Вот в чем проблема. И в гору такси. Ну, хотя, более-менее нормально залезает в гору. На этом хоть спасибо. В принципе, мы доехали. Нам вот эту гору надо было пересечь, и все. В принципе, вот это перед нами еще. Последнее.
Все, мы доехали. Сорян. Так вот. Так, все, сохраняемся и все. И хватит. Все, на этом все. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.